выборов, прямых выборов главы Чувашской республики не было более 10 лет. Некоторые, может, даже не помнят, как они участвовали. Сегодня, несомненно, нужно принять участие в выборах. Иван Борисович, скажите, пожалуйста, после того, как итоги выборов будут подведены, вы планируете продолжить работу в чувашском правительстве? Ну, решение будет за главой республики. Естественно, я хочу продолжить работу в правительстве Чувашской республики. Спасибо. Спасибо.